Работа по продвижению туристического потенциала Узбекистана за рубежом ведется и в Японии. Здесь совместно Министерство туризма, землеиспользования, инфраструктуры и транспорта, а также Японской ассоциации туристических агентов был организован брифинг, посвященный введению безвизового режима в Узбекистан для граждан страны восходящего солнца. Участникам рассказали о реализуемых в нашей стране реформах в сфере развития туристической инфраструктуры и улучшения качества услуг. Отмечалось, в соответствии с указом президента, с 10 февраля текущего года введен безвизовый режим для граждан Японии, государства Израиль, Республики Индонезия, Южной Кореи, Малайзии, Республики Сингапур и Турции сроком на 30 дней. Для граждан 39 стран предусмотрен упрощенный порядок оформления туристских виз в течение 2 рабочих дней. Кроме того, с 1 июля будет внедрена система выдачи электронных въездных виз в Узбекистан. Еще одним несомненным удобством является функционирование в аэропортах Ташкента и других городов с 1 января текущего года системы двойного коридора. С отменой письменного декларирования на ввоз и вывоз в и из Узбекистана иностранной валюты в размере до 2000 долларов. Далее состоятся переговоры между представительством НАК, Узбекистан Хаво Йоляре и специалистами ведущих туркомпаний. В результате достигнута договоренность по увеличению количества чартерных рейсов из регионов Японии напрямую в Самарканд. Установление Узбекистаном безвизового режима для японских туристов придаст импульс росту потока гостей в вашу страну, которая имеет огромный туристический потенциал. Я и мои соотечественники проявляем большой интерес к ее истории, культуре и современному развитию. Благодаря открытию чартерных рейсов из регионов Японии напрямую в Самарканд, в 2017 году Узбекистан посетили порядка 9500 наших туристов. Это является рекордным показателем. Увеличение количества таких рейсов, введение безвизового режима для японских граждан, сокращение времени, необходимого для прохождения таможенного контроля в аэропорту, будет способствовать росту туристического потока.